Выращивание любой рассады, томатов, огурцов и тому подобное. Значит, все огородники почему-то выращивают в горшочках, в земляных комах и тому подобное. Гораздо проще, когда в рассадном ящике будет сплошной слой земли. Улучшаются условия полива, улучшается питание корневой системы и тому подобное. А корни желательно разделить вот такой решеткой. Вот ячейка для этих томатов. Один, второй, третий. Когда мы будем высаживать, мы просто-напросто одну снимем, вот так, и пойдем по одному вытаскивать эти кубики земли. А так это получается по всему рассадному ящику сплошной земляной ком, который хорошие условия водообеспечения, питания корней и тому подобное.